Экипировочный центр dzyudoshop.ru представляет коллекцию спортивной сумки дзюдо «Мурзилка и дзюдо». Перед вами впервые коллекция сумки дзюдо для тренировок совместного проекта компании Fighting Films и детского литературного художественного журнала «Мурзилка». Компания Fighting Films и Мурзилка Дзюдо. Вот посмотрим давайте на эту сумку замечательную. Очень высокое качество. Сумка сделана из материала дзюдо ткань синего цвета. Имеет вышивку бродерия, дизайн Мурзилка в кимоно. Надпись Мурзилка, иероглифы черные дзюдо. Это именно вышивка, бродерия, то есть это никогда не смоется, очень качественная. И с другой стороны у нас логотип компании Fighting Films, тоже бродерия, вышивка. Это всем известный уже логотип компании Fighting Films. Вот такая сумка, две удобные ручки, выполненные из черного пояса для кимоно. Они идут через всю, видите, сумку, вот так обхватывают, прошиты очень крепко. Сумка очень достаточно вместительная. Здесь есть также и наплечный такой ремень, который крепится с помощью карабинов. Вот здесь можно снять его и носить сумку просто без этого ремня наплечного. Можно с наплечным ремнем. Сумка имеет два отделения. Это отделение небольшое в виде кармана на молнии, куда можно сложить документы, кошелек, телефон здесь. И отделение непосредственно для укладки кимоно или спортивной одежды для тренировок. Внутри также сумка имеет специальную ткань, которая усиливает прочность сумки и делает внутри такое пространство очень гладкое. То есть, если что-то, может быть, пролилось, можно вытереть. Это непромокаемая такая подкладка. Вот такая хорошая сумка для тренировок. Сюда поместится подростковое или детское кимоно Fighting Films Мурзилка, тоже такое кимоно, такой коллекции. Тренировочный костюм, тапочки, может быть, вода, бутылочки воды. Вот рекомендуем такую сумку. Коллекция Fighting Films Мурзилка. Тренировочная сумка дзюдо в экипировочном центре dzyudoshop.ru или оптовые заказы на официальном сайте российского представительства fightingfilms.ru.